Лекция на тему правил проведения допроса. Допрос состоит из нескольких этапов. Первым, что вы должны сделать, это узнать личность допрашиваемого. После этого агент должен выяснить необходимые данные о личности допрашиваемого. Допрашиваем, да. Убедиться в наличии или отсутствии факторов, способных влиять на его позицию в уголовном деле. Содержание его показаний. Свидетелю могут быть заданы вопросы о его состоянии в момент, блядь, да кому я нужен, нахуй? Его показания. Свидетелю могут быть заданы вопросы о его состоянии в момент получения сведений, относящихся к предмету допроса, присущих ему особенностях запоминания увиденного или услышанного и прочее. Допрос по существу целесообразно начинается с предложения рассказать все известное по делу, представляя допрашиваемому возможность самому определить круг обстоятельств, по которым он готов дать показания. После... Да ебать его, блядь, сука, да иди ты нахуй своим хлебом, блядь. Так, подожди. Ладно. Самостоятельно проведи круг обстоятельств. После рассказа, да, готов дать показания. После рассказа допрашиваем, один из агентов задает ему уточняющий и контроль. Задает уточняющий контрольный вопрос, чтобы добиться получения максимума интересующих его сведений и убедиться в достоверности сообщаемых данных. Лекция окончена. Вопросы есть какие-либо? Можете перечитать ее просто. Не, все нормально. Хорошо.